короткую и произвольную программы. Вот с этой оценкой завершил свое выступление фигурист из Германии. Грегор Урбас из Словении, фигурист, которого хорошо знают те, кто уже давно смотрит фигурное катание, потому что это лучший фигурист Словении, и он представляет свою страну уже очень давно, по-моему, с 2000 года он регулярно побеждает, становится чемпионом своей страны, вне конкуренции, что называется. И регулярно выступает на европейских чемпионатах. Один раз он даже был в десятке. Вот как раз каскад из трех прыжков. Тройной лутц, тройной тулуп и двойной тулуп. Ну, с ним справился. Аксель в 3,5 оборота уже у этого фигуриста видим. Повезло. В короткой программе он удачно выполнил и с огромным трудом вошел в финал на произвольную программу 24-м. То есть вот последнее место, которое позволяло участвовать в произвольной программе. На самом деле фигурист это, конечно, гораздо более высокого класса, чем тот результат, который он показал накануне в короткой программе. Но вот мы в произвольной программе мы видим, что гораздо лучше, гораздо интереснее, чем предыдущий участник. Аксель в 3,5 оборота, но вот каскад получился не очень удачным. Тройной флип.
доволен сам Грегор Урбас. Ну, конечно, он очень опытный фигурист, и для него, с одной стороны, 24 место, это, конечно, несколько обескуражило фигуриста, но, с другой стороны, уже тот сам факт, что он попал все-таки в произвольную программу, вот сумел он настроиться, и с произвольной программой справился совсем-совсем неплохо. Конечно, 24 место – это явно не его место. Я думаю, что он поднимется в итоге. Во всяком случае, сейчас мы должны увидеть оценки более высокие, чем у предыдущего участника. И за технику, и за компоненты программы. Но невооруженным глазом было видно, что это, конечно, Грегор Урбас, фигурист, так бы сказал, более высокого уровня, чем предыдущий участник Клеменс Бруммер. Этот первый каскад из трех прыжков, который у него получился. Тройной лук, тройной тулуп и двойной тулуп. Ну, вот здесь была небольшая ошибка на выезде. Но в целом и по самому фигуристу, и по тренеру было понятно, что они довольны результатом, итогом его выступления в произвольной программе. Vesela pa pozdravljam, če me danes gledate. Он проигрывал немцу где-то больше 4 баллов после короткой программы. Вот так неудачно Грегор Урбас выступил в короткой программе. Грегор Урбас on saanut vapaa-ajamastaan 108,75 балла. Вот лучший результат в сезоне у него был 112,86 балла. Да, вот не смог он обойти немца, лишь второй он в итоге. Но он, конечно, уже проигрывает не 4 балла, но, тем не менее, судьи много ему не поставили.